Желание странствовать – это не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нету. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. Олег Куваев, «Дом для бродяг». Вот нам нужно перейти этот волшебный лес. Ксилокопа фиолетовая. И вот высота уже снизилась до 1120 метров над уровнем моря. С 1500. Отсюда уже видны восточные склоны верхнего плата и вершина, на которой я провел сегодня ночь. Ангар-Бурун слева. А здесь вот просматривается Ак-Бурун, Белый мыс. Так вот облачно, вторая половина дня. Видно верхнее плато уже. Я прошел лес Карагачи. И вот. Вот потихоньку вечерний чай растет. Лечебный и вкусный. И вот опять иду темным лесом. Так вот, глядя снизу на верхнее плато, кажется, да, делов там. А по факту, считай, ну вот в этом месте вот 400 метров разница. И чем дальше, тем серьезнее. Здесь уже начинаются пещеры. Я прошел уже снежный колодец, сбоку грот Атюч-Каба. Армейскую, но мы на сегодня посещение пещер у меня не запланировано. Пещеры будут завтра. Завалилось таки, не выдержало огромное дерево старое. Так вот с горы на гору, через холмы, через долины, мошкара. И вот я вернулся назад и увидел такую картину. Луна над верхним платом Чатырдага. Все-таки далековато я уже отошел. Фух, ну сказать честно, жарко. Ночью холодно, днем жарко. Своеобразная такая полянка из острых скал наподобие гор, отдельных скал. Это я так догадываюсь, этот большой тур показывает, что пещера тысячи голов, нужно сюда сворачивать, потому как тропа еще и влево идет. Вот еще вход в одну из пещер, которых нет на карте. Вот на что похоже? На позвоночник косули. Позвонок косули. Ну, а где-то здесь вот чертова пещера, шахта. Это явно пещера, но здесь вход маленький сильно. Вот она. Сейчас мы туда занырнем. Так, ну это я шучу, чтобы губы не раскатывал зритель, по той причине, что это шахта. И без специального снаряжения сюда попасть нельзя. Вот такая вот здоровенная яма, которую просто так не попадешь. Вон на той стороне мой рюкзак лежит. Он большой. То есть это колодец этот
Не просто. Не бездонный колодец, как. Уже завтра подойду, покажу. Но тем не менее. Вот такая вот западня, если ночью. Не знаю, еще в темноте. Да, убегать там от хищника, к примеру, то только туда. Такое вот место для ночевки. Единственное, что стремновато, вот это вот все перерыто кабаном. Ну и надо учитывать, что в лесу темнеет намного раньше, чем на вершине. Вчера я провожал закат, встречал рассвет. Сегодня такого удовольствия не будет, поэтому можно и спать, завалиться раньше. Все-таки на вершине не так. На вершине все вокруг видно, если кто-то будет подходить. Да и делать там нечего вообще, там ни растительности, ничего, голые скалы. А в лесу ночевать — это другое. Только начинаются сумерки, все начинает шевелиться. И вот я уже видел, там, видимо, звериная тропа, поскольку прошлую ночевку мы наблюдали на рассвете. Стадо кабанов шло. А я вот сегодня уже трех косуль видел. Вот сейчас она стоит под деревом, я ее вижу. Камера, конечно, не покажет, но я ее вижу. Вот еще одна вышла. Вот за ней. Походу, из леса выходят пастись в ночное время. Какие-то страшные звуки за спиной. А спереди движ непонятный. Косуль штук 7, наверное, так быстро летели. Кто их так мог напугать? Вижу силуэт, что-то большое стоит. А что? Далеко. Так, место ночевки оставляю чистым. Всегда не забываем за собой каждую салфеточку, каждую самую маленькую. Все уносим с собой. Пещера Тысячеголовая. Это уже второе название. Изначально она называлась Пещера Тысячи Голов. Еще с 19 века люди начали посещать вот такие места, начали интересоваться путешествиями по плато. И когда первые исследователи этой пещеры приходили сюда, здесь весь пол был усеян пожелтевшими черепами. История, конечно, может быть легенда, может быть где-то доля правды, но история такова, этой пещеры, что когда-то люди, которые не хотели покориться, племя, которое не хотело покориться завоевателям, спрятались в этой пещере. Ну а вот буквально рядом за 200 метров спряталась еще одна пещера, которая в два раза больше. Вот она. Яет вход. Здесь, конечно, все куда глобальней. Тут один вход. Видно размеры. Вот так вот. Дошли до пещеры холодной. Пещера холодная. Паспорт на входе. Пещера Сукаба. Сукаба. Или пещера холодная. Здесь 7 залов высотой до 25 метров. То есть можно себе представить стадион целый под землей. Вот. Длина пещеры 210 так, метров. Тут без просвета. Не буду даже фонарь доставать. Скажу честно, я немножко огорчен тем, что у меня вот так вот с подсветкой получилось. Покажу только вход. Дальше спускаться не буду. Время уже тоже цедил. В первом зале я еще даже не спустился. Здесь реально целый стадион под землей. Тоже капает. Но при входе немного суше, чем
Здесь, естественно, все красоты внизу. Нужно спускаться под землю. Но как-нибудь до следующего раза отложим. Ух, эхо здесь. Ого! Здравствуй, дух пещеры. Разреши посмотреть только двери. И все. В следующий раз. Вот в эту пещеру, получается, зашел чисто отметиться, поздороваться с духом пещеры. А когда-нибудь, я думаю, не последний раз здесь, мы еще спустимся вниз. Я спускался сюда и с Мишей, и с друзьями из Перми. То есть был здесь не один раз. Действительно красиво, действительно классно. Вполне возможно, что в нижнем зале даже вода есть. Но вот, немножко такое огорчение, скажем так, насчет того, что со света у меня все-таки опять-таки не воды. Ну, что делать? Значит, так должно быть. Вот. Кто-то снимает вершины. Да, на солнце у меня лучше получается, а кто-то снимает подземное царство. У кого есть возможности, у кого есть данные, те делают это хорошо. У меня вот получается не более чем фотосессия, скажем так. Самокритика — дело хорошее, но, конечно, немножко огорчу. Но, тем не менее, я провел час в той пещере. Здесь вот стою, я даже не одевался, здесь стою прохладно у входа, поэтому не буду, как говорится, испытывать судьбу. Все равно не покажу той красоты, которая есть. Вот, и буду потихоньку по ишачьей тропе спускаться в перевальное. Еще не близкий путь, скажем так. Поэтому оставайтесь на канале «Путешествуем вместе». Думаю, будет много интересного. Думаю, будет очень много интересного. Горный Крым в деталях. Ну и еще один такой момент, я думаю, найдутся те, кто скажет, вот обещал показать, и показал только дырку, в которую надо входить. Все будет, все еще впереди, поэтому не стоит расстраиваться. Да, здесь прохладновастенько, а там вот наверху красота, там солнце. Там тепло, и сейчас я по этому теплу, по этому солнцепеку буду двигаться по нижнему плато. Ну, идти мне еще несколько часов. Я в этом году я так и не видел грибов, не довелось. Я тут смотрю, что-то красное в дереве застряло. Подошел ближе, а это сыроежка. Первый грибочек, который я увидел в этом году. В общем, иногда бывает даже полезным не до конца накормить свое эго. Или вообще его не накормить в какое-то время. Вот. Если в какое-то время у вас начинает появляться аппетит к путешествиям, значит, это то самое время. Друзья, путешествуйте. Мир полон загадок, полон всяких разных интересных штук, вещей. Здесь, конечно, ощущение сложно сказать. При загрузках я конкретно уже третьи сутки, как я в горах. Эмоции только восхищение, только радость, что являешься частицей этого всего, сливаешься со всем этим. Сложно сказать. Нужно ходить. Ходите, путешествуйте, хорошей погоды и ярких эмоций. Кажется, иду по какому-то полю.
луг какой-то. А все это происходит на высоте 1000 метров над уровнем моря. Плоскогорье Чатырдага. Вот еще позавчера я ночевал на восточной вершине верхнего плато. А сегодня вот такая вот погода. Было солнце, начинается облачность. Но тем не менее жарюка такая стоит просто. Вот здесь вот прямо передо мной охотничий грот находится. Большой такой грот, вместительный. Я как-то заходил, несколько палаток в ряд, штук 5, по-моему, стояло. Да, облаков все-таки все больше и больше натягивает. Хотя, в принципе, сегодня день должен быть вот такой малооблачным, без дождя. Когда-то здесь на плато паслись мамонты. А вот здесь в воронке спряталась пещера «Бездонный колодец». Вот в нее уже на своих двух не зайдешь. Здесь только со снаряжением. Ну, размеры можно себе представить. Какая это ямка. Это огромная, огромная воронка. И вход вот такой вот. Не знаю, камеру засвечивает солнце, скалы отбивает свет. Ну, короче, огромный вход. А вот прямо над входом растет куст кизила. Ягод, ну, точно ведро. Позади километры пути, и я все ближе к кошачьей тропе. Вот такой вид с высоты 1000 метров над уровнем моря. Видно водохранилище симферопольское, половину точно пересохло, еле-еле. И вот такие вон летающие тарелки зависли над правой тучкой, две штучки. Ну, вот над верхним плато вот такие вот чудеса, все затягивает облаками. Красота, конечно, и с каждой минутой их все больше. Это вход в пещеру имени Боинкова. Как темные глазницы огромного черепа зияют эти дыры, входы в пещеру. Вот так вот ведут ступени вниз. И вот тут меня только и ждали вот. И замок на дверях. Но я таки скажу, это очень зрелищно. Вот так действительно, как будто глазницы с улицы просто там переносятся. А здесь вот две глазницы огромного-огромного черепа. И дальше идет. Это одна из платных пещер. Не знаю, как сюда попасть, но зашел посмотреть, и вот. И вот впереди уже ишачья тропа. Ну, облака сегодня, конечно, шикарные. Просто шикарные. Вот видно северную Демиджи.